Милые мои друзья, дорогие мои подписчики, пусть не каждый празднует День Святого Валентина, но для меня этот праздник как еще один повод лишний раз сказать своим дорогим и близким людям о своей любви. На достаточно короткий срок мы стали друзьями, у меня появилось столько много интересных знакомых, друзей, дорогих сердцу людей. Мы все вместе поддерживаем друг друга, радуемся успехов, когда у кого-то что-то получается, пытаемся подбодрить. Ну и, конечно же, огорчаемся, если что-то не получилось у кого-то из нас, и стараемся поддерживать, чтобы в следующий раз все получилось. Мне безумно приятно, когда вы заходите ко мне на канал, оставляете комментарии, мы с вами общаемся, у нас завязывается диалог. Когда завязывается диалог, и мы начинаем друг другу рассказывать какие-либо смешные истории из жизни или делиться рецептами. Ребята, это настолько прекрасно, это так вдохновляет, что когда уже кажется, ну не о чем больше снимать видео, уже все снято. Ваши комментарии, ваша поддержка, она окрыляет, она дает силы, стимул думать, думать и делать. И раз за разом, когда что-то не получается, уже хочется все бросить, но ведь вот он результат, ты видишь его, надо и другим показать. И вот иногда бывает, что делаешь какую-то вещь по нескольку раз. Вы не представляете, на оформление холодным фарфором чашки я столько времени потратила. Я пыталась показать в этом видео, что в принципе из домашнего холодного фарфора возможно сделать красивую вещь, возможно, но вы не поверите, сколько сил, сколько терпения у меня это отняло. И когда наконец-то получилось, я была так рада, что я могу вам показать. Честно, это можно было, можно сказать, даже гордость взяла за то, что да, я смогла, я сделала, я покажу вам свою работу. И также я стараюсь заходить к вам на каналы, стараюсь поддерживать, писать комментарии. Иногда такая сумбурица в голове, что, честно, я вижу интересный канал, ролик, и тут вспоминаю, что у меня что-то в жизни похожее было. И смешную сценку какую-то из жизни я проживала, и хочется написать вам. И при этом то, что мне приходится совмещать две жизни, тут укачиваешь ребенка, здесь строчишь сообщения, потому что хочется общаться, хочется делиться своими эмоциями. Хочется поддержать всех вас в начинаниях, а уж о том, какие у вас интересные каналы. Я вообще, у меня просто не хватает слов и эмоций. Ведь это так здорово, что сейчас можем показывать друг другу свои страны, свои достопримечательности. Мне безумно нравится канал одного из моих друзей о Германии. Как он комментирует, это настолько интересно. Мне очень было интересно послушать, и какие у кого зарплаты, траты, на что идут вычитания. Это Италия, Германия, Франция. Правда, в принципе, живя в России, не задумываясь о таких мелочах, как ну зарплата, ну какие там вычеты, оказалось это настолько интересно. Одномландия, друзья, мне язык не поворачивается назвать эту страну каналом. Там настолько дружеская, теплая атмосфера. Я недавно у них первый раз была на игре. Я уложила первого малыша, тут прибежала, початилась. Старший сын тоже просил внимания. А в итоге вот так вот, играя с сыном, пыталась еще чатиться, задавать вопросы, пыталась влиться в эту компанию, пока не получилось. Но я надеюсь, что я вольюсь. Вот. Друзья, и у каждого канал, ну, настолько яркий, самобытный. Так приятно приходить к вам в гости, оставлять комментарии. Спасибо вам за это, дорогие друзья. Правда, это очень здорово, это заряжает энергией. Я очень рада, что мы вместе, что я с вами, вы со мной, что мы поддерживаем друг друга. Спасибо вам за это, милые мои друзья, мои подписчики. Гости, заходите, у нас правда здесь, у нас только весело и тепло, что всем хватит нашего тепла, восторга. С Днем Святого Валентина, мои милые, мои дорогие! Пусть у каждого из вас сегодня и в другие дни будет тепло, свет и счастье. С Днем Святого Валентина!